Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск. На просвещение. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. И вот я вижу новинку. Нам привезли топы. Размеры разные, так же как и цвета. И смотрите, какие здесь края, если можно так сказать. Да? Они не оверлованы, каким-то образом закреплены. Может быть, горячим каким-то утюгом. Есть несколько расцветок, а я вижу три. Вот еще одна черненькая расцветочка. И есть такая бежево-розовая. Находится в таком zip-пакете. И вот смотрите, лямочки тоненькие. Какой же он классный. А здесь пуш-ап внутри вставлен. Скорее всего, он, наверное, вынимается. О, смотрите, никакой застежки. Какая прелесть. Ничего нигде давить не будет. Полиамид 7,6 и 24 эластан. Выполнено просто прекрасно. Какой же он тоненький, какой он хороший. Хочу посмотреть, пуш-ап вытаскивается или нет. Да, пуш-ап можно вытащить. Вот тут вот в серединке разрез. А само качество просто супер. Единственное, что вот оно не хлопчатобумажное. Вот это минус. А так отличный, просто топ. Все, аккуратненько сложила. Сейчас посмотрю. Размеры 46, 44, 48 есть. Все. 42 есть. В общем, с 42 по 48. А вот стоимость пойду узнаю. Узнала цену 299 рублей. А до этого у нас были вот такие. Тоже классные. Ух ты, какие у нас появились леггинсы. 299 рублей с надписью. Надпись «Спорт». И они тепленькие. Здесь вот видите, они тепленькие. Это не хлопчатобумажные. Это полностью, скорее всего, полиэстер, даже на ощупь. И давайте посмотрим. 96 полиэстер. Ну, как вариант, как лосинки, неплохие. Я вот ношу, у меня тоже полиэстер брюки. Хожу всю зиму. И стоимость 299 рублей. Сверху вот такая резиночка широкая. А снизу без манжетика. А вот еще, смотрите, кальсоны. Как раньше говорили, сейчас я не знаю, посмотрю название. Здесь снизу, значит, манжетик идет, здесь гульфик. Это мужские, скорее всего, штанишки. Термокальсоны, правильно, мужские. 46-48 размер. Вот, нашла еще серые. Здесь размер 50-52. Наверное, в черном тоже есть цвете. 100% полиэстер. Сначала я подумала, что это теплые колготки, а это, оказывается, кальсоны. Вот. А бриджи женские. 100% хлопок. Смотрите, какие классненькие. Здесь манжетик снизу. Стоит 199 рублей. Размер именно этот, 44. И цвета лежат все такие бордовые. Имеется кармашек. Сзади кармашка нет. Вот еще топ. Вот здесь сеточка. А здесь как будто утягивающий материал. Без рукава. Майка вот такая. Вот таким образом сзади выглядит. А топ женский размер. Именно этот, 46. Состав 92 полиэстер. Изготовлено в Китае. Есть, вот смотрите, какие расцветки. Черная, серая, светло-серая, синяя расцветочка. Стоит 199 рублей. И размеры, я так думаю, до 48. И сам топ такой вот не короткий, длинненький довольно-таки. Не укороченный. Опять интересная тарелка. Все появляются и появляются разная посуда. Тарелка глубокая, 17 сантиметров и изготовлена из опалового стекла. И вот еще расцветка. И стоимость 99 рублей.
Вот такая глубокая, хорошая. Даже на салатник похоже немножко. Ну, вот еще маленький можно подобрать набор. Это пиала 55 рублей 380 миллилитров. Какие здесь еще есть? Вот, смотрите, нашла повтор. Вот, смотрите, будет наборчик. И на эту расцветку тоже нашла повтор. Вот как только потрогаешь эти тарелки, и руки сразу пахнут уксусом. Сильно-сильно пахнут уксусом. Тут банка новогодняя еще есть здесь. Банка для хранения. Банок, конечно, нам навезли очень много здесь. Ух, какой красивый. Салатник 2,3 литра. Изготовленный из запалового стекла. Просто огромный, огромный салатник. И стоимость 199 рублей. Вот этот неплохой. Но это уже не салатник, это уже емкость для запекания. Маленький. Для меня это маленький. А вот салатник классный. Но это очень большой. Вот это где-то смешивать на большую семью. Это да, это здорово. И вот еще. А это такой же? 1,6 литра. А там сколько было? Нет, это совсем другой. Там 2,3 было, а здесь 1,6. И там была более глубокая такая тарелка. Вернее, более глубокий салатник. А этот такой больше плоский. Так, 1,6 литра. Ценника нет. Тот стоит 199. Скорее всего, этот тоже 199. И вот эти тарелки красивые. 45 раз я их уже показывала. Также они мне и нравятся, и нравятся. Здесь небольшой такой рисунок идет. Серебряная кайма. Есть маленькая и побольше. По 149. Маленькая по 199 побольше. Так же, как и вот эти. Только здесь уже золотая кайма. И стоит 79 рублей. 19 сантиметров. И побольше, наверное, 99. Вот еще большая. Ох, какая красивая. Какой красивый салатник. 2,3 литра. Смотрите, как он сделан. Тоже с золотой каймой. И стоит 299 рублей. Необычный такой, да? Красивый. Эти салатники пластиковые. Смотрятся красиво. Есть голубые. 55 рублей. Пока новые, смотрятся хорошо. Потом, наверное, уже будут мутные. Шторы для ванны 180 на 180 сантиметров. Появились светлые. Обычно они какие-то все темненькие, а это светлые, прочные. 12 колец в комплекте из водостойкой, из водоотталкивающей ткани. Но вот из ткани я не очень люблю. У меня такие фиолетовая такая шторка, она как с клеенки. Вот она классно держит. А вот эти я боюсь, что будут пропускать. Разные расцветки. Светленькие 199 рублей. Те шторы сразу разобрали. Когда я купила, муж сказал, что она порвется быстро. Какую-то дрянь купила. Нет, прекрасно. Все уже несколько лет. Уже года два, наверное. И все с ней хорошо. И такая, как я сказала, как клеенка. Не помню, снимала такие подхваты или не снимала. Для что? Смотрите, какие подхваты. 99 рублей. Две штуки. И вот еще бежевые. Какую я игрушку нашла. Игрушка гитара. Сочиняя мелодии, проигрывая песни и разучая аккорды. Такая, стань настоящим музыкантом. Интересная. И стоит 249 рублей. Мне кажется, ребенку будет интересно. В комплект входит медиатор. Ничего себе. Даже медиатор входит. 6 металлических струн. Струны металлические. Ничего себе. Нормально. И смотрите, какой шоколад. Шоколад Милка. Ой, как он выглядит. Интересно, с печеньем, наверное. Очень толстый, здоровый, большой. И стоит 199 рублей. Шоколад-бисквит. 300 граммов.
Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии, а я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!